А в жизни много искушений. Сумей их с честью обойти. Любовь – причина всех свершений. Ей с верным сердцем по пути. 8 июля наша страна отмечает, пожалуй, самый добрый праздник – День семьи, любви и верности. В этот день вспоминают святых Петра и Февронию, которые считаются образцом христианской семьи. По такому случаю в Балакове состоялся крестный ход, посвященный памяти этих святых. Прихожане и жители города прошли от храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова до памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским, который располагается на мысе Ерошкина в сквере первого микрорайона. Возглавил крестный ход епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей. Святые, они нам дают возможность изменить себя в лучшую сторону. И это самое главное сокровище церкви. Потому что, какое бы мы здание ни строили, будь то монашеский, монастырь, будь это семья, главное это материал, какие люди. А люди выходят из семьи. После крестного хода у памятника Петру и Февронии епископ Варфоломей и духовенство города совершили молебен. Затем для всех присутствующих была представлена праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. Во время торжественной части были отмечены многодетные семьи, которые являются примером для окружающих. В их числе семья настоятеля храма села Малое Перекопное Балаковского района, иерея Дмитрия и Марины Волковых. С матушкой 17 лет живем. Господь даровал нам 5 деток. Вот, и милостью Божией возрастаем. Вот, и благодарим Господа, что Господь все так устроил. Многодетная семья прихожан храма Рождества Христова города Балакова Роман и Оксана Чугуновы пожелали всем балаковцам сохранения традиционных семейных ценностей. В День семьи, любви и верности хочется поздравить всех присутствующих с праздником и пожелать каждой семье взаимопонимания, уважения, искренней заботы, настоящей любви, уюта в доме, процветания, радости, мира. Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность. Заместитель главы АБМР по социальным вопросам Екатерина Солдатова отметила важность этого праздника, ведь именно в семье воспитывается каждый человек. Именно от того, в какой семье живет и воспитывается человек, как живут его родители, зависит будущее становление этого человека. Берегите свои семьи, любите, цените друг друга, своих близких. Бог вам в помощь, и пусть вас охраняют заступники, святые Петр и Феврония. На празднике для всех присутствующих звучали церковные песнопения и русские народные композиции. Их исполнил сводный хор храмов города Балакова под управлением регента хора Свято-Троицкого кафедрального собора Елены Новиковой.